Я бы хотела бы задать вопрос касаемо вице-мэра Бишкека, Салдыбекова Азамата. Можете, пожалуйста, прокомментировать данный арест его? И о каком кафе идет речь? У какого кафе помогали взять? Спасибо. Азамат Улусагандык, это мой вице-мэр. К нему у меня по работе никаких претензий нет. Он очень грамотный, молодой человек, который в этой системе работает уже в течение 7-8 лет. Именно в системе мэрии. Да, вот. Ну, я сам услышал, кстати, от прессы, как в медиа читал, что произошло задержание. Но я знал, что там приглашали на допрос. Ну, к сожалению, я не могу комментировать от имени там силовых структур, что будет, как будет, да, вот я могу просто дать характеристику про моего вице-мэра, да. Речь идет о кафе, которое находится на улице Ленина, да, сейчас оно называется, новое название как? Тульвета. Я, кстати, был в инспекции там, я дал команду со мной, были начальник УКС, УЗС. Данное кафе действительно находится на участке, где строится дорога. Я дал команду, чтобы дали заключение, чтобы снести данный объект. У меня нету никакой информации, что Азамат Сагандыкулов получил какие-то деньги, взятку какую-то. Нам, наверное, следствие разберется. Насколько я знаю, сегодня речь идет о том, что женщина дала показания на нашего вице-мэра. Я думаю, вопрос решится положительно, потому что это вице-мэр, работник, я еще раз помню, довольно грамотный, свою работу очень хорошо знает. К нему у меня никаких претензий нет по работе. По поводу вице-мэра Азамата Сагандыкулова. Вы какие-то меры будете предпринимать? Я понимаю, вы говорите, он хороший сотрудник, но все-таки ГБНГ не просто так, наверное, задерживает. И там не просто женщина, а бухгалтер одного из управлений была задержана, которую отпустили под домашний арест. Сегодня не стоит вопрос об увольнении человека. Да, вот, возможно. Да, сейчас было мне, насколько я знаю, адвокаты подали на городской суд, да, оспаривает. При любом раскладе, после завершения следствия или положительном решении данного вопроса, мы будем принимать по отношению нашего вице-мэра, мэры будут приниматься. Это однозначно. Потому что так нельзя. Вот правильно заметили, что просто так ничего не будет. Но мы тоже не имеем права винить человека, презумпция невиновности, да? Правильно? Мы все люди, может быть, кто-то показал на него. Я не знаю. Я знаю, что это бухгалтер УЗР. У нас бухгалтеров очень много, которые мы не знаем. Да? Мы оцениваем их деятельность ежеквартально. Вроде все хорошие. Ну, человеческий фактор. То, что вы говорили, я думаю, мы будем понимать. Да? Вот я не совсем понял. Вы готовы уволить вице-мэра Азамата Сагандыкулова? Не очень понятно было. Мы принимать будем, мэр, я сказал, потому что сегодня, я не знаю, человек, который проработал столько лет в мэрии, он до меня работал еще несколько, ну, 7 лет где-то работал, да? Сегодня в чем обвинять? У нас нет информации, понимаете? У меня есть тоже от прессы информация о том, что бухгалтер УЗР дает показания против нашего вице-мэра. То, что он вроде какой-то схемы имеет. Ну, это же, понимаете, мне кажется, вот разберутся следствия. При любом раскладе, если есть вот такой инцидент, да, мы все равно будем принимать меры по отношению вице-мэра. Это вице-мэр, это не бухгалтер, это не работник Тазалаха, да, поэтому однозначно будем принимать меры.